Эти клоуны работают, казалось бы, в самом неподходящем для них месте. Не под ярким куполом цирка, а в четырех стенах больничных палат. И задача у них непростая. Попробуй-ка поднять настроение маленькому зрителю, если он болеет. Но смех и позитивная энергия – самые настоящие лекарства клоунов-докторов. В Магнитогорске история проекта «Больничная клоунада» началась 4 года назад. Куратором, как выглядят со стороны несерьезных людей, стал ответственный и серьезный Алексей Шутов. Менеджер по сбыту коммерческого предприятия Алексей тогда занимался пропагандой донорства крови и случайно оказался вовлеченным в эту клоунадную круговерть. Попробовал себя в новом качестве, и все получилось. Этим делом загорелся сам и смог зажечь других. Движение в Магнитогорске «Больничная клоунада» сейчас включает в себя около 30 постоянных волонтеров. И визиты к детям – это не только шоу и репризы, часто бывают развивающие занятия. Интересно, для себя интересно. Дома не сделаешь такие поделки, иногда хочется, ну как не сядешь же там шить птичку, например, какую-нибудь. А тут вроде ты пришел и сама получила удовольствие, и детей научила. На первых порах в больничное отделение ходили раз в неделю по средам. Сегодня выходы волонтеров происходят в будние дни практически ежедневно, иногда и в выходные. К подопечным в третьей детской добавились инфекционное отделение на Рубинштейна, туберкулезная больница, детские дома. Есть опекаемые ребята и на домашнем паллиативном лечении. О деньгах, конечно, речь не идет. Работают молодые люди не за зарплату, а по убеждению, что именно так правильно и это нужно детям. Проект как бы открытый для идей, то есть вообще все что угодно. Даже не обязательно подделки, то есть мы делаем не только мастер-классы, можно там какую-то физкультуру, там танцы, то есть вот все что угодно. Постоянно приходится покупать игрушки, шарики, карандаши, раскраски, мыльные пузыри. Средства на все это собирают друзья и просто неравнодушные люди. И, конечно, сами больничные клоуны. Вкладываются прежде всего психологически. При всей внешней легкости это занятие очень серьезное и сложное. В обязательном порядке раз в год ребята ездят в Москву на трехдневный международный обучающий семинар. На мастер-классах им преподают актеры, психологи, воспитатели. И пусть не все волонтеры останутся в этом движении. Главное, изменится отношение к боли и смеху. А вот клоунский нос, как говорят, это навсегда. –